Всем привет! Вы часто пишете мне в личное сообщение вопросы о моих проектах. Чем они отличаются? Какой подойдет вам? И главное, каких результатов ожидать? Сегодня об этом расскажу. Моя гордость и, можно сказать, мое любимое детище – это курс «Ешь, учись, худей». И без какой-либо скромности скажу, что этот проект известен по всему миру, и наши выпускники находятся в каждом уголке планеты. Курс существует с 2017 года, и в данный момент, спустя полтора года, идет 16-й поток. Этот проект создавался из всех моих знаний, пройденных обучений, и до сих пор я его улучшаю после каждого моего повышения квалификации. Проект длится 5 недель. И для всех участников разработано питание в зависимости от веса, здоровья, целей. Вы получите программу питания, подходящую именно для вас. Основа этого проекта – рациональное питание. Главное преимущество курса – это индивидуальный подход. Весь курс наполнен обучающей информацией, уроками, которые очень легко и просто смотреть и понимать. Вы узнаете все о снижении веса, секретах его удержания, изменении пищевого поведения и улучшении состояния здоровья через сбалансированный рацион. На проекте есть возможность самостоятельного прохождения курса и есть возможность пройти курс с поддержкой и ежедневной помощью. Конечно, с сопровождением гораздо эффективнее. Я никогда ставлю цель дать людям готовый план. Я стремлюсь поделиться с людьми знаниями, и моя миссия – сделать экспертов в здоровом образе жизни всех, кто пришел ко мне за помощью. Поэтому я дам вам достаточно знаний, чтобы вы после проекта смогли самостоятельно продолжить снижение веса, и после этого сможете его удержать. И впредь помощь диетологов и нутрициологов вам не понадобится. Первая неделя курса ознакомительная, и подав заявку мне в WhatsApp, вы можете зарегистрироваться на ближайший поток. Сейчас мы с доктором-диетологом, эндокринологом разрабатываем второй модуль курса, где мы будем много говорить о гормональной системе, как ее восстановить, что может ее нарушить. Мы будем говорить о сенситивных периодах и как в этот момент сохранить свое здоровье. В этот проект войдет другая система питания, но подход останется тем же. Учимся, снижаем вес, повышаем свою экспертность. Результаты курса разные. Примерно от 1,5 до 12 кг за проект. Конечно, все индивидуально, я всегда за здоровое снижение веса не быстрым путем. Но бывает, что организм отдает немного больше, чем мы предполагали. Ежемесячно я провожу фитнес-марафоны. Назвала я марафоны ЦЕХ. Это аббревиатура от «Цель есть и худеть». Я же за любое питание, кроме голодовки. Этот проект проходит по исследованным системам питания, таким как средиземноморская диета, детокс-система, рациональное питание, кето, low carb, high fat, сайкл или американские горки, буч и другие. Марафон обычно длится 14 дней или 4 недели. Это готовый план питания и тренировок. Прямые эфиры в формате вопрос-ответ. Это групповое похудение, которое очень мотивирует. Также мотивирующий чат участников, вкусные простые рецепты и, конечно, отличные результаты от 1,5 до 6 кг за проект. Если же вы хотите индивидуальное сопровождение, без проекта, обучения и вникания во все процессы снижения веса, есть такая возможность поработать один на один. Мы проведем с вами консультацию, где мы сделаем разбор вашего питания, определим цели, объем работы, ваш график, объем свободного времени, чтобы сделать программу для вас максимально комфортной. Я разрабатываю программу питания и тренировок специально под вас, под ваше здоровье, возраст, цели, физическую подготовку. И раз в неделю мы с вами подводим итог по весу, объемам, также сравниваем фото до и после. Также раз в неделю мы можем созвониться и обсудить с вами, какие появились сложности и в чем вам нужна еще помощь. Обязательно подкорректируем программу питания и тренировок, если это понадобится. Как видите, проектов много и, можно сказать, на любой вкус и бюджет. Но важно помнить, что снижение веса – это прежде всего ваша ежедневная работа. Это взвешивание еды, это контейнеры с собой,
Это отказ от сахара и сладостей. Это полное ваше вовлечение в процесс и готовность слышать и слушать. Не стоит надеяться, что заплатив за программу, вы перенесете ответственность на специалиста, работающего с вами. Я могу помочь, дать готовый план, дать знания. Но работать придется вам. Я могу вдохновить, но не тянуть за уши. И если вы готовы работать над собой и изменить свою жизнь на 180 градусов, пишите мне в WhatsApp, и мы начнем работу. Ссылки на мой номер, Instagram и другие соцсети вы найдете в описании под этим видео. Выбирайте для себя только комфортное и здоровое снижение веса. Всем здоровья, пока-пока!